Сегодня в Чебоксарах состоялось торжественное закрытие года матери и отца в Чувашской республике. Семья – это главное в жизни каждого человека. Нужно беречь семейные ценности и традиции, любить свою малую родину, родителей, жить в мире и согласии. Под этими девизами в рамках Года матери и отца в республике прошло более 12 тысяч самых разных мероприятий. Это и первый республиканский форум отцов и матерей «Я родитель», фестиваль семейного художественного творчества «Вместе дружная семья», творческий конкурс «Традиции моей семьи», конференция отцов, благотворительные марафоны, акции и многое другое. В них приняли участие более 480 тысяч жителей Чувашии. Наша республика богата семьями, семьями талантливыми, семьями спортивными. Очень много у нас в республике семей долгожителей с датой проживания 25 лет и более. Конечно, хочу им всем пожелать, всем семьям Чувашии и России по-настоящему быть счастливыми. Сегодня на уровне государства идет большая поддержка семье, забота о молодых поколениях. Все семьи, даже от рождения первенца, получают сегодня государственную поддержку. Это последнее решение нашего национального лидера, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И я, как представитель Государственного совета Чувашской Республики, смело заявляю, что это направление мы будем только активно поддерживать и реализовывать на территории Чувашской Республики. Важным событием уходящего года стало учреждение главой Чувашской Республики почетного знака «Материнская слава». Этим знаком будут награждены матери, которые внесли большой вклад в укрепление семьи. В конце каждого года подводятся и итоги республиканского конкурса «Семья года». Самый семейный, самый ответственный, самый трогательный. Именно таким является этот конкурс. В 2017 году это почетное звание присвоено семье Львовых. Мама!